Всем привет, всем здравствуйте, кто нас смотрит, подписчики, зрители. Вот решил заснять я видео. Поступило очень много вопросов после последнего видео, которое было опубликовано ВКонтакте в группе, по-моему, «Деревня». Я размещу ссылочку на эту группу в описании под этим видео. Вот. Ролик был о доме. Я снимал о доме в соседней деревне по просьбе моего подписчика и уже, можно сказать, знакомого. Вот. Он просил снять ролик о доме и прилегающей территории. Вот. И после того видео завалили меня вопросами, что почем. То есть цена на тот участок. Это я свой дом снимаю. Сейчас машину закрою. Вот, завалили вопросами о цене. Я отвечаю, ребята, чтобы вы мне не писали, ну как бы каждому очень, ну, всем не ответишь сразу там. Я лучше видео вот сниму. О цене я не знаю. Я созвонился только с хозяйкой и разрешение попросил о съемке. Вот она как бы разрешила, но о цене не могу ничего вам сказать. О цене это только Виктор будет с ней разговаривать. Я могу просто сориентировать вас по ценам у нас в Беларуси. Вот, допустим, 4 километра отсюда, в городском поселке, где-то на 1000 жителей, дом. Ну, дом маленький, правда, квадратов 40 всего. 45, может. К нему 16 соток земли. Просят 8000 УЕ. Но там аптека, ну, то есть магазины, все есть. Вот. Ну, там 8000 долларов они хотят, да. Что еще? В соседней деревне деревянный дом с постройками, с двумя, 25 соток земли просят. Дом там вроде бы на 50 квадратов. Брай, сухо носит. На 50 квадратов земли вроде бы 20 соток, но там все такое запущенное, вообще жесть. Там, ну, уже кустарники выше меня повырастали. Ну, не жили там, может, лет 15. Просят 5000 долларов, 4,5, там что-то такое. Вот. Вот, в принципе, такие цены. От Минска территориально мы находимся километров 90. Вот такие тут цены примерно. Спрашивают, куда я переехал, и хотят вот как бы посмотреть. Вот, в принципе, участок, вот дом. Дом на 110, на 107 квадратов общее. Так, ну пошлите, пойдем. Вот нас тут затопило. Ну как затопило, просто дом стоит в низине, получается, идет. Там он повыше, идет ниже, 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 а там вообще низко. Вот видите, какие у нас дороги. Это вот тут лесовоз проехал, додумался. И чистили тут так. Раньше дед мой канаву здесь вот в 80-х годах заказывал трактор. Здесь канава была, траншея. Вон труба. И получается, вода вся сходила. Сейчас вот этой траншеи нету. По лету, летом, весной, наверное, придется заказывать трактор, то же самое делать. Так вот, перейдем к нашим баранам. Идем. Значит, территория. Это сад. Яблони, груши. Значит, справа у нас забор развалился. Будем делать сетку рябицу на сервер. Тянем, да и все. Здесь у нас помидоры, там все такое. Огороднина. Значит, вот сам дом. Так, та половина
Да у меня где-то там было в ролике, там в предыдущих роликах я что-то вроде рассказывал. Колодец. Так, значит. Вот два окна. Эта половина была построена в 1865 году или 75-м, еще прапрапрадедом моим. Вот. Большая труба, вторая половина, три стен. Видите, крыша просела. Вот, получается, эта половина. Это уже дед мой строил. В 47-м. Пристройка, поверь. Там сарай, там живность наша. О живности потом как-нибудь. Дальше пойдем, а территорию посмотрим. Садок, садок, садок. Так, баня. Баня. Обычная, хорошая русская баня. Не по-черному. Ну, можно сказать, по-черному. Так, дальше. Вот, здесь мы картошку садим. Там тоже наша территория за баней. И вот еще наша земля. Так, здесь у меня малина. Все малина, малина, все в малине. Порядка кустов 300. Дальше все скошено. Будем облагораживать. И дальше что-нибудь засаживать. Не знаю, правда, что. Но скорее всего, что малина. Есть еще пару планов. Так, кое-что сделать. Кирпичи заготавливаем, здесь будет теплица, говорю, коптилка будет, фундамент залил, сохнет. Быстренько сейчас покажу, что да как. Вот все эти бензины, масло стоит. О, видите, какая грязь у нас. А сегодня 7 января. Здесь у нас молодняк был летом. Трава. Сарай, где все утки и куры. О, банда. Стоит сегодня. Наши дрова еще привезли. Так. Ну вот еще температура. Это все надо облагораживать. Пруд выкопал, я его был, но воды не было, пришлось, ну, трактор заказали. О, гуси гуляют. Нормально. Вот, пришлось заказать трактор и выкопать, но, видите, вот за год буквально опять все заросло. Вот, в принципе, вот наш дом, вот участок, где мы живем. Вот и все. Кому что интересно, вы лучше задавайте вопросы, потому что я не знаю, в принципе, что интересно, кому что интересно. В основном я снимаю его собаки, братья. Но начало поступать очень много вопросов, и решил я попробовать поснимать, ну, делать ролики помимо Убрайси, то что будут ролики, будет раз в неделю выходить ролик о деревне. Если интересно, пожалуйста, пишите, что вас интересует, попробую ответить на ваши вопросы по видео и снять ролики. Здесь цветы, там розы закрыты наши. Здесь вот розы растут. Это интернет. Это отдельная тема. Ну, в принципе, все. Дом 107 квадратов. Общая. Ну, жилой может. А. Ну, отнять кладовку, отнять рыбню. Ну, пусть там квадратов 15. Ну, пусть отнять квадратов 30, ну 35.
Ну, 70 где-то площадь будет жилой. Дом будем поднимать, когда, не знаю. Ну, в принципе, вот и все. Еще раз спасибо, то, что смотрите, задаете вопросы. По мере возможности буду отвечать. Все, всем добра. Кому нравится, жмем пальчик вверх, подписываемся. Удачи, до свидания.